Так, а вот и паралия после дождя. Давайте я вам покажу, как тут все плавает. У нас сегодня очень забавный день. Смотрите, первый кисель поплыл. Здесь вот все просто вымоело. Стол буквально... Ну, такое ощущение, что он в никуда просто втыкается. Бордюр не видно, естественно. Вот смотрите, машины плывут в прямом смысле. Жесть, конечно. Вообще вот нет слов. Но дождь закончился. Справедливости ради скажу, что все пошло на Джимите, и сейчас, скорее всего, поток там, боже мой. А главное, чтобы мы тут не заглохли, потому что Южный проспект тоже весь плавает. Блин, там волны, можно плавать. В общем, море добралось и до сюда. Блин, самое страшное, что там машины на аварийках стоят, короче, они, походу, не хотят ехать. А, все, люди переходят, это надо видеть. Подвернув. В общем, разъяренные жители или отдыхающие жалуются на то, что слишком короткое терпение у водителя автомобиля. В общем, нам тут надо крайне аккуратно. О, боже ты мой, а что это мы наехали-то? Плывем, что ли? Прям в прямом смысле плывем, точно плывем. Так, тут самое страшное — не поплыть дальше. Тут вроде меньше становится моря. С этой стороны попробую. О, асфальт вернулся, ура, мы выплыли. Все, отлично, отлично, супер. Все, здесь закончилась полоса препятствий в виде мокрой дороги. Там машины прям бугались, стояли, в общем, на аварийке. Ну, мы-то с высокой подвеской, благодаря этому Логан может ехать, где ему надо. В общем, вот такая вот экскурсия по улочкам Витязева а-ля Венеция в сентябре 2019 года. Всем пока-пока, не забывайте ставить лайки, писать комментарии.